This is another in a series of interviews on the film art recorded in Europe. And sitting across the table from me is Mikhail Kalatozov, the director of The Cranes Are Flying and The Letter That Was Never Sent. I've talked to Mr. Kalatozov a great deal before we began recording this show, and so I feel a little strange in rephrasing my questions, and I think the best thing would be for him, now that he knows what I'm interested in, to simply talk about his work so we can share some of the ideas with the listeners. Довольно трудно всегда говорить о своей работе. Всегда легче говорить о чужой работе. Я думаю, что каждый художник, который делает искусство кинематографическое, у него всегда есть какое-то свое внутреннее кредо. Так сказать, своя вера, свои принципы и свои желания и свои тенденции. Самое трудное и самое, мне кажется, неправильное, когда художник утверждает только свои принципы. Я, например, думаю, что всякое направление в кинематографе нашем, я беру в данном случае советский кинематограф, да не только советский кинематограф, а, пожалуй, и мировой кинематограф, он интересен всегда всеми своими направлениями, если это талантливо, если это умно, если это глубоко, если это эмоционально, если это, так сказать, доходит до человеческих душ. И потому я буду говорить о том кинематографе, который, так сказать, ближе всего мне, и который для меня является правильным, а для других, возможно, не является правильным. Я исповедую поэтический кинематограф. Поэтический кинематограф, кинематограф, который в особо яркой форме был создан такими нашими мастерами, как Эйзенштейн, Пудовкин и Довженко. Мне нравится, и я стремлюсь в своих произведениях доходить, воздействовать на человеческое сознание, на человеческую душу зрителя средствами поэтического кинематографа. Возможно, и вероятнее всего, что, так сказать, не всегда удается создать поэтический образ. Но все средства, которыми я располагаю, стараюсь мобилизовать и напрячь все свое, так сказать, поэтическое умение и воображение для того, чтобы достигнуть цели, которые ставит перед собой художник. Сейчас я работаю таким оператором, как Урусевский, который является моим единомышленником, не просто оператором, а является моим творческим единомышленником. И мы с ним ставим определенные задачи в области тех картин, которые нам приходится создавать. Почему я об этом останавливаюсь особо? Потому что мне кажется, что одним из больших выразительных средств в поэтическом кинематографе является раскрепощенная, освобожденная камера. Камера, которая может не только показывать внешние явления, быть объективным глазом, но умеет проникать в человеческую душу, или, вернее, должна проникать в человеческую душу. Сложность такой работы заключается в том, чтобы камера умела бы в самые напряженные моменты действия ли актера, или показа природы, как-то по-особому и достаточно глубоко, и поэтически, вот это очень важно, проникать в сущность того явления, которое мы хотим показать на экране. I find that in Mr. Kalatozov's films, the camera is used
extremely beautifully. I find, however, that the camera does not rest as much on the faces of the people as it does on the landscape and on long shots, which are unique, I think, in his work. And I'm interested in how he relates, you know, the theory of the personal poetic thing through the camera with the actual shooting of a great deal of the action in long shot. Нет, наоборот, этот вопрос интересен. Дело в том, что вот в последнем фильме мы особо использовали камеру для того, чтобы подчеркнуть в пейзаже настроение, состояние и актеров, и настроение самого фильма, чисто эмоциональную сторону. Но вот в будущей картине, которую мы сейчас будем делать, здесь наоборот, камера будет всецело занята одной целью – психологическим подчеркиванием состояния актера, именно не только крупного плана, это просто, так сказать, понятие крупного плана – это понятие примитивное, но она будет проникать и стараться проникнуть в состояние тем, что она будет очень зорко следить, как-то подчеркивать своим движением, ракурсом. Она как кисть художника будет, так сказать, подчеркивать все малейшие состояния актера. Ну, для нас, так сказать, заключая определение роли камеры в нашем творчестве, оно является, вероятно, тем же, чем является для художника кисть, для поэта гусиное перо, тем, так сказать, главным инструментом, которым скрывается и которым рассказывается о творческой задаче. But is it, does he believe in presenting the whole story, or other words, in as you say, giving in detail the whole nuance. In other words, does he feel that he wants to show everything, or does he want to rather let the audience sort of flow into it by itself out of, you know, that part of it which he presents? Для нас, Русевским, задача камеры заключается в том, чтобы это было по существу глазом зрителя. In other words, you just put things there and let the viewer make life out of it. Абсолютно точно. И задача заключается в том, чтобы зритель, конечно, не замечал бы камеры. Желательно. Но это не обязательно. That the viewer should not feel that there is a camera. Это не обязательно. Самое важное, чтобы он смотрел бы нашими глазами. Был бы наш эстетический взгляд. Нас часто упрекают в том, что мы слишком, так сказать, назойливо подчеркиваем наш эстетический принцип. Пусть упрекает, мы своих принципов не будем менять. What do you mean when you say our? В данном случае я беру, так сказать, наш, мой и у Русевского. Эстетические взгляды – это то понимание, вот то наше понимание художника, как он видит мир, и в смысле своего чисто и смыслового, и живописного видения. Эстетического вида. Может показаться, что первое положение, высказанное по поводу глазами зрителя, и дальше о том, что мы, так сказать, хотим, чтобы наши эстетические принципы исповедовал зрителей, в этом есть противоречие. Нет, в этом нет противоречия. Так же, как всякий художник, мы хотим, чтобы наш взгляд стал бы взглядом зрителя. Задача же художника по существу заключается в том, чтобы средствами образного и поэтического мышления покорить зрителя и сделать его своим союзником, и сделать его человеком, воспринимающим мир, так как это видит художник.
In other words, he feels that the contradiction does not exist because the viewer will have to make up his own mind, but he's being given the proper bricks. И вот я думаю, что нужно вернуться к тому, что с чего мы начали, что поэтический кинематограф для нас это основной кинематограф, и все, так сказать, свои возможности и старания, и все свое умение мы направляем на то, чтобы создать поэтический образ, доходящий до всех людей.